10 объектов нерухомости передали у безвыплатное корыстание бизнесменам Могилевщины за опошний год. По-перше, такая форма работы дает максимость предпринимальникам развиваться, по-другое, дозволяя эффективно выкористовывать державную маемость. Головный обовязок бизнеса – организовать на этих площах працовные места, а сирот приклада у швейный цех у Бобруйску. Гэта приватное предприятие у Бобруйску. Швейную вытворчасть и на Вороніна организовало у будинку, які певный час не використовувався. Працюють на внутренний рынок, побач открыли фирменный магазин, а так само для замежных покупников. Полова продукции отправляется у Канаду. За год объемы вытворчасти выросли у 3 раза, помешканням користаются безвыплатно. Нам предоставили здание только под наши гарантии по созданию рабочих мест. Мы свои обязательства выполняем, местная власть нам помогает. Очень довольна, что такое решение было принято. Работу на предприемстве отримали больше за 20 швачек. До конца года планируют пошириться еще на 5 человек. Инна Ивановская пришла сюда по объяве. За копейки работать не хочется, а здесь хорошо, хорошая зарплата. У Беларуси у безвыплатное корыстание помешканий начали передавать с 2009 года. Але такая форма работы прижилась не одразу. Специалисты меркуют тому, что предпринимальники не имели махчимости с тягом часу отрымать помешканий во власность. Поправки у законодавства изменили ситуацию. Сегодня предприниматели имеют полную гарантию преимущественного заключения договора на следующий срок после истечения первого договора. Возможность в дальнейшем выкупить данное помещение, преимущественное право этого выкупа. Большинство помещений, в которые не выкористовывались, находятся в районах, где неколи были воинские части. Бобруйск и Бобруйский район, Осиповичи и Быхов. Наибольше активно новое житё отрымливает миновито бобруйская нерухомость. Гэта территория былого военного городка Кисялевичи. Неколи гэты будинок активно выкористовывался у советский час, а потом стал никому не потребен. Теперь у маемости з'явился уласник, які зарабил тут спортивную залу. Дарэчы, у советские часы тут так само займались военные. Алина Соловьева, Виталь Алексеенко, новин региона.